один из самых лучших антифродов у Play Fortuna. И у них этот гемблинг крафт, он у них на топовых позициях, но для белых дел это одна из лучших. Лично я бы не советовал, и, наверное, я бы этим не занимался. Мы были первыми, кто сделал обучение. Меня возненавидят, конечно, продавцы сейчас этих обучений, кто сейчас оседлал там хайп этой темы. Там. То есть казино все-таки обыграть невозможно. Короче, сейчас в эту тему нефиг лезть, по большому счету. Друзья, привет! Рад вас видеть. В прошлом году мы с Сашей уже снимали выпуск про казино и букмекерские конторы. И уже тема, которой он занимался, она давно уже для него канула в лету. Но выпуск продолжает набирать просмотры. И вы постоянно пишете, что за тема, там, поделись контактом и так далее. Поэтому мы просто в этом выпуске раскроем, что же была за тема. И расскажем, стоит ли заниматься и сейчас, занимаются ли ей. И вообще, какие там деньги скрыты. И что вообще в целом это за зверь. Давай тогда, Саша, подробнее, что за схема у тебя была. Всем приветствую. Привет, Сергей. Что тут можно сказать? Уже многие и так догадались. Кто повнимательнее был, подсказки оставлял в комментариях. Тут все просто. Работа заключалась с партнерскими программами. Тут у каждой букмекерской конторы, либо же у казино, либо даже у других каких-то там сайтов есть модель привлечения так называемых клиентов-лидов. Обычно это модель вознаграждения, то есть их бывает несколько видов. Основная – это как бы RevShar, CPA. То есть по модели RevShar у нас идет конкретно какой-то процент от, если это букмекерская контора, либо казино, от проигранных денег. Если это модель CPA, то контора платит конкретно за активного пользователя. Revenue share – это просто с английского разделение прибыли. Revenue – это прибыль, а share – это разделять. Вот и все, когда вы просто делите доход полученный, да, вы привели как вебмастер игрока, например, в казино или в букмекерку, он там проиграл там $1000 или квартиру, и вы просто по заранее там определенному проценту делите это вознаграждение между там букмекеркой, куда вы его привели, да, и вами. То есть это revenue share. А CPA, вот Саша говорит, это cost per action, то есть это плата за действие. То есть чел просто регнулся, получается, и там совершил определенное действие, например, депозит, насколько он там выполнял. Ну да, там необходимо внести депозит, и чтобы человек был активным, самое главное. То есть что букмекер, что казино, он смотрит именно на активность данного игрока. И там определенные действия, за определенные действия идет уже оплата. Ну не просто регнулся, там пополнил депозит на один раз и свалил, да? То есть за такого не платят. Да, совершенно верно. Также еще есть смешанные модели выплат, то есть это когда часть платят от проигрыша, и какое-то вознаграждение дается фиксированное, то есть за активного, опять-таки, игрока. Ну, короче, за регу плюс разделение, плюс да, рефшара, да? Совершенно верно. Ну, вот, в принципе, мы и занимались, можно сказать, работой с партнерскими программами, только мы никого не приводили, у нас не было никаких там реклам и прочее, а имитировали, можно сказать, работу вебмастера. Ну, в общем, сам себя просто приводишь на... Ну, если прямо, да, если прямо сказать, то приводили сами себя и сами получали с себя прибыль. Получается, грубо говоря, ты просто регнулся там как вебмастер в трех, допустим, этих, в трех разных букмекерках и привел там типа игроков, и в одной букмекерке там ставишь, не знаю, там играет, к примеру, там Спартак-ЦСКА, в одной ставишь на победу ЦСКА, во второй на победу Спартака, и в третьей, что будет ничья. Ну, как вариант, да, можно ставить либо трехисходные события, либо двухисходные. То есть, ну, вот как сейчас, самое крутое, по-моему. Тотал больше, тотал меньше, как один из вариантов. То есть, и да, на одной стороне проиграет, на другой стороне выиграет. Ну, это так называемая минусовая вилка. Вот, то есть, по сути, перетекает депозит за минусом маржи букмекерской конторы. Эту маржу перекрывает знатно прибыль, которая... формируется с проигранного процента, ну и уже, в принципе, идет основной доход. То есть основные деньги мы получаем там не сразу, а уже по истечению определенных каких-то сроков. Ну, в каждой букмекерской конторе, либо же казино, там свои выплаты, то есть кто-то раз в месяц выплачивает вебмастерские деньги, кто-то там 4 раза в месяц, и такое бывает, кто-то вообще там в клик платит, то есть как сумма набежала какая-то. Ну и так далее, там уже остальное, это нюансы, детали, мелочи. Ну, то есть суть вы, получается,
у вас деньги, вот если вы так поставили на 2 или 3 схода, там, да, допустим, на футбол какой-то, у вас деньги все равно аккумулируются на одном маке, потому что один из трех вариантов сыграет, допустим, там ЦСКА выиграл, хоп, у вас деньги на одной букмекерке выигрались, вернулись на этот аккаунт, да, за вычетом маржи там букмекеров, а получается на двух других там минуса. И вот поскольку вы выступали в роли вебмастера, который привел вот этих игроков, вам за них, типа, вот за этих ваших приведенных игроков, вам заплатят комиссионные там, размер комиссионных. Ну, как правило, от 25% и может достигать до 60-70%. Некоторые конторы даже 100% давали, там акционные предложения были. Но опять, там у каждой партнерской программы есть свои определенные условия. Если за одного привлеченного, так называемого активного игрока, могут давать там 25%, mm-hmm. если же привести там образно там 25-30 или там 50, могут дать самый максимальный процент. Также в основном по модели RefShark трафик мало когда кто проверяет детально, смотрит, то есть это все процесс автоматический. В кабинете, если выплата пришла, то, соответственно, она в автомате, ну, происходит. Ежели там 20-30 человек зарегистрировалось, то она также автоматически там меняется под максимально высокий процент. Ну, также... ну, то есть ты к тому, что все автоматизировано, там привел 10 клиентов, у тебя 1% отчислений партнерский, да, привел 20 там, или там 50, у тебя он другой автоматом, ну, все. Да, в основном, в принципе, все в автомате, это букмекерский, ну и казино, это именно по модели RefShark. По модели ЦПА немножечко, ну немножечко, более детально проверяют трафик, уже все через менеджеров. Но также есть конторы, которые здесь внимательно менеджеры смотрят. Ну, лучше всего это западные конторы, где... все в основном автоматизировано. Если с букмекеркой все понятно, поставил в одном месте на трехисходку, да, или там на двухисходку, Федерер, Надаль играет в одной там на эту, во второй на эту, получается, то как переливать, допустим, деньги свои с аккаунта в казино? Ну да, с казино больше вопросов, но тут выступает в роли перелива живой дилер. То есть есть определенные игры, такие как рулетка, либо же карточные игры, где находится живой дилер, и он в разных казино будет одинаковый. Вот. И там уже, соответственно, ну, если, чтобы понятно было зрителям, в одном казино мы ставим на черное, в другом казино ставим на красное, и в третьем казино страхуем ноль. То есть у нас все исходы также перекрыты. Но, так, скажем... А как добиться того, что у тебя там, ты в три казино зашел, у тебя везде одна и та же игра, один и тот же стол должен быть там, допустим? Ну, это есть определенные... дилеры одинаковые, скажем так. Допустим, вот есть провайдер, их несколько, которые предоставляют игры. Допустим, есть Evolution Gaming, ну, к примеру, литовский, по-моему, нет, латвийский. Латвийский. Да, есть Evolution Gaming, латвийский провайдер, который построил студию и ведет трансляции на рулетки, на Blackjack, на Baccaru там и так далее. И остальные уже казино... даже там букмекерские конторы подключают казино, они просто покупают трансляцию самой игры. А ну, то есть мы сейчас в комнате можем здесь поставить рулетку, да, катать этот шарик туда-сюда, запускать, и можем транслировать, и казино другие будут у нас покупать. Да, совершенно верно. И то есть там на разных сайтах совершенно. То есть по большому счету, что из себя представляет сегодняшнее онлайн-казино? То есть это всего лишь сайт, на котором куплены либо там арендованы услуги какого-то из провайдеров. Ну, как правило, множество провайдеров. Есть, конечно, вот, кстати, ну, мошеннические так называемые казино, где используют самописные эти слоты с, можно сказать так, схожеством под оригинального какого-то провайдера популярного. То есть одни и те же игры делают, ну, максимально близки, максимально похожи с популярными провайдерами. То есть, ну, если, скажем так, в том же Evolution Gaming отдача настроена, она одинаковая, там, по-моему, если не ошибаюсь, 98%, то есть идет игрокам, 2% забирает само казино прибыль его, не такая большая, как кажется, то самописные, понятное дело, слоты там какая угодно может быть настроена, но, как правило, там денег вообще нету, ну, для обычных игроков. Ну, это какие, типа вулкан этот, который везде рекламится, да, или что? Тут можно сказать, вот, да, все абсолютно практически от вулкана, но есть вулкан, который лицензирован, есть уже там двойники вулкана. Тот же Original 3 семерки, это самое отвратительное, ну, самое отвратительное, что есть, мошенническое. Ну, вот на примере его можно глянуть, как выглядят там
слоты и просто сравнить его с другими какими-то вот нормальными там сайтами и так далее. А Joy Casino, вот я слышал, Joy Casino, все говорят, что невозможно у них выиграть. Ну, Joy Casino, там у них есть лицензия все-таки. И то просто... Ну, я просто не помню, от кого слышал, то ли от тебя, то ли еще от кого, что типа с Joy Casino вообще невозможно выиграть. Скажем так, есть такая тема, что, ну, плохо было, но на самом деле у них все равно есть лицензия, и, скорее всего, ну, попадали в тот момент, когда был постоянно проигрыш. Ну, по крайней мере, ничего плохого сказать о них. Ну, как бы казино и казино, но ничего плохого сказать невозможно. Так, ну, в БК, понятно, допустим, поставил ставку до игры там за день или за неделю, да, и ждешь, пока сыграет. А в казино, ты говоришь, на лайв-рулетке, допустим, ну, хорошо, за, там, получается, колесо это крутится там буквально там 5-10, ну, сколько, 10 секунд, и попробуй проставь, допустим, в одном казино на красное, во втором на черное, в третьем на зеро, вот за 10 секунд эти. Ну, да, как правило, там время ограничено, и это... Вот мне лично, так как я вилковал раньше, мне это сравнимо, в принципе, с лайф-вилками. То есть это когда вилкуют вручную, вот кто в теме, тот знает. И это очень, да, быстрый процесс. Мало того, с казино больше трудностей есть. Например, это лимиты. То есть в одном казино он может быть очень высокий, в другом могут не дать проставить даже $100. Это внутренние какие-то ограничения совершенно могут быть. И может такая ситуация возникнуть, что в одном казино ставка примется, в другом ставка не примется, и как назло зайдет тот исход, в котором не принялось. Это все однозначно большие риски. И мало того, могу сказать, кто сейчас смотрит и будет пробовать переливать деньги через рулетку, ну, лучше этого не делать, то что помимо всех этих проблем, с которыми столкнетесь, есть еще основная проблема, это проверка от провайдера, от того же Evolution Gaming, когда, ну, соответственно, все зеркальные ставки у провайдера видны, ну, видны. То есть, кто ставил, на какой исход, у него это все отображается. Ну и, соответственно, неважно, там, разные это будут IP или разные это будут там устройства, фамилии, почты, регистрации, будет видна зеркальная ставка по суммам, соответственно, по... другим каким-то признаком, и, скорее всего, казино не заплатит вообще никаких денег. А, ну, получается, что ты можешь зарегаться там как вебмастер там в трех разных казино, и, получается, даже везде успел проставить, да, здесь на красное на рулетку, здесь на черное, здесь на зеро, но сам поставщик вот этого, ну, как-то онлайн-трансляции, да, этого вот, где крупье этот стоит, сам поставщик, короче, этого всего софта, он, получается, запалит, что у тебя там идет перелив просто денег с аккаунта на аккаунт, и маякнет в эти казино и скажет, скорее всего, здесь перелив, короче, это, можете не платить. Ну да, как правило, это так и происходит. Но, соответственно, есть другая модель ставок, также через живого дилера, но... Но не в рулетке. Но не в рулетке, да, и раскрывать не будем эти моменты. Ну, короче, в казино лучше не суваться, да? В целом, да, но, можно сказать, есть вот западные казино, они, к сожалению, не принимают игроков из России, ну, не только, из СНГ, скажем так. Были такие вот казино, которые прям видели, что у них был явный перелив. Они даже могли видеть там по IP-адресам, видели даже там образно, что фамилия вебмастера и фамилия игрока совпадает. Это какой-то тупица зарегал и вебмастера, и игрока от себя же на одну фамилию? Ну, образно, да, были такие моменты. И была видеоверификация, и после даже там невнятной видеоверификации все равно платили деньги. Вот есть даже такие конторы, которые... Ну, пришло письмо, что мы просим вас больше не создавать повторные аккаунты, но тем не менее, то есть выплачивали даже с прибылью. Ну, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как эту ситуацию оценивать, каждый по-разному. Мало таких надежных, можно сказать, казино, и тем более для игроков СНГ их, наверное, ну, просто не осталось. Это откровенно, никто не хочет работать с СНГ. В общем, схему так вкратце обрисовали, то есть регаетесь как вебмастер, получаете партнерскую программу в казино и БК, и потом просто приводите сами себя, ну, конечно же, да, приводите сами себя и проставляете ставки. На одном аккаунте аккумулируется вся ваша сумма, которую вы на 2-3 АК раскидали, чтобы БК и в казино, а на тех, где деньги проиграли, вы с них ждете там раз в неделю или раз в месяц партнерской. Да, надо уточнить, то есть сам процесс это...
в каждом казино, либо, ну, в основном в каждом казино, в букмекерской конторе, в самом низу есть такая ссылочка на партнерская программа, либо affiliates, ну, на английском написано. Ну, affiliate программа или referral программа. У меня в кэшбэке partnership программа, может быть. У меня в кэшбэке даже есть такой affiliate программа, по-моему, у нас написано. Да, совершенно верно. То есть это создается вебмастерский аккаунт, вебмастерский кабинет. Туда не так просто, там тоже каждый не может это сделать. Почему? Потому что, во-первых, нужны какие-то навыки вебмастера, то есть вам менеджер может задать вопрос, как вы будете привлекать клиентов. Соответственно, вот все, о чем мы проговорили в условиях партнерского соглашения, написано, что такие действия запрещены, ну, по крайней мере, не разрешены точно. Вот. И... Ну, они пишут, что сам себя, короче, приводить не можешь под запретом, да, спалим, получишь по рукам. Ну да, совершенно верно. И они предупреждают, что мы можем лишить все выплаты, то есть в мастерской. И, соответственно, то есть это все запрещено. Вот. Но... Я просто так делал, я помню, я сейчас вспомнил, я делал такое Shop at Home, есть такая штука, контора западная, какая-то букмекерка. Еще лет 10 назад я на нее, ну, лет 10 назад я сидел, чуть больше, чем 10. У них нормальная партнерка была, там, я не помню, сколько они давали, 40 или сколько процентов, но там можно было им письмо написать, типа, и они повышали, там, 50%, по-моему, у меня было. Я так и сделал, я сам себя привел, там, это сделал, но у меня, короче, попалили, я там где-то IP спалил, я с одного IP вебмастера и игрока, ну, по-моему, что-то там с IP, короче, было, они написали, что вот мы блокируем, по-моему, идите нафиг, 100 лет назад еще был. Ну, вот, не знаю, как 100 лет, если за год сравнивать, вот по именно по модели RefShark, как был, была система защиты вот год назад, она в принципе никак не изменилась. Да, есть. Ну там я сам попалился, я помню, что у меня там какой-то косяк с айпишником был, мог тупануть и зайти с одного VPN там на вебмастера, на игрока, скорее всего. Ну вполне да, вот, то есть модель RefShark, она, можно сказать, безобидная, долгоиграющая, то есть... Там самое главное, то есть базовые какие-то знания, хотя бы представление иметь, делать какие-то базовые действия. Но не так все просто тоже. Есть очень много своих нюансов, очень много своих моментов, соответственно. То есть это и платежные системы, это и те же IP-адреса. То есть сейчас уже, наверное, в большинстве контор с VPN, ну, не зайдешь, то что там видно будет, что ты с VPN, и тебе зададут вопрос, зачем ты сидишь с VPN, ну, как игроку. А если у тебя все игроки с VPN, то уже подозрительные втройне. Ну да, да, да. То есть эти моменты тоже самое. То есть там есть нюансы свои определенные, ну, их, наверное, нет смысла раскрывать. То есть это для тех, кто работает в этих темах, только может навредить. А те, кто, в принципе, хочет только сейчас зайти в эту нишу, ну, лично я бы не советовал, и, наверное, я бы этим не занимался, если бы этого всего не знал, то есть есть опыт, сейчас уже как бы понятно, но если вот я заходил бы в эту тему как новый абсолютно человек с улицы, не стоит вообще даже с этим связываться. Просто сейчас эта тема с партнерками БК и казино, она в каждом втором, третьем телеграм-канале, она пиарится, там они продают эти обучения, а вот сейчас это какой-то бум пошел просто, я смотрю, массовый такой бум. Ну, есть, наверное... Ну, я бы вот, допустим, образно завтра купил. Ну, я схему-то понимаю, не проблема. Но завтра бы я, допустим, будучи там молодым каким-то человеком, купил бы ту схему, и что? И все? И хана? Тут тяжело сказать. Наверное, мы тогда год назад или уже полтора года назад, это тренд, можно сказать. Мы были первыми, кто сделал обучение. И я могу сказать, что вот у меня чат достиг предела 250 человек за... месяцев, наверное, 9, очень много людей именно прям с чата просто перепродавали эту схему, перепродавали эти там базовые видео. Но опять, если сравнивать, у нас тогда были конференции, у нас был чат, где это все мы оговаривали, там все моменты. И тоже, ну, нельзя думать, что конторы, они не развиваются и никак вообще там не борются с этим. Все равно какие-то сподвижки есть, пусть они там не максимально там кардинально отличаются, но... То, что работало, скажем так, там, образно, если ты заходил с VPN и мог это все произвести, действие сейчас, вряд ли тебя впустят даже. Также, там, где покупать эти там прокси или там частные эти VPN, тоже нужно знать. Ну, к чему я говорю, что все меняется, и без какой-то поддержки это все, ну, не работает. А в основном процентов, наверное, ну, то, что мне попадается, это, в принципе, мои видео, которые были сняты там полтора года назад, меняют там
какие-то там, даже многие даже видео не меняют, они остаются, теми же видео и остаются. Короче, сейчас в эту тему нефиг лезть, по большому счету. Это однозначно, то есть она приносить-то денег может, но не зная всех нюансов, не зная всех деталей, которые вряд ли кто-то из практикующих даже может сказать, что не, это практиковать надо постоянно, это надо в ней постоянно работать, и тогда только будет плюс. И то, опять-таки, почему у нас это все закрылось? Почему мы перестали там продавать обучение, да, то есть, ну, во-первых, это неблагодарное дело, скажем так, во-вторых, ты просто сам перестаешь уже заниматься этим процессом, то есть людей столько, если каждому уделять внимание, вот у нас, допустим, были, да, конференции минимум 2 раза в месяц, а то по обстоятельствам, то есть если видно, что багаж вопросов накопился, мы созванивались в Дискорде, решали это все, но уже постоянно, когда именно ты отвечаешь на вопросы, появляются новые вопросы, на которые ты сам можешь не знать ответа. И тут уже стоит выбор, либо дальше продавать обучение, которое продавались бы, я уверен, по сегодняшний день, либо же просто переходить и работать самому, либо еще искать какие-то направления. Либо в других темах какие-то. Ну, конечно. Давай подробнее теперь по CPA-модели, там, именно где платят за активного игрока. То есть с RiffShark, я так понимаю, особых проблем не возникало, да? Но проблемы были с CPA именно. Ну, у нас тогда, вот 1.5 года назад, вообще речь не шла о CPA-модели, то есть мы даже это не разбирали. Но уже по мере работы просто, ну, для меня это был как новый опыт, можно сказать, попробовать это все, разобраться и так далее. То есть это, ну, лично для меня это уже было по ходу. Ну, сколько они платят за такого одного активного игрока, там, нового приведенного? Да, по порядочку. То есть по CPA модели оплата идет, на самом деле, не такая уже большая. Для российского рынка это, как правило, некоторые казино единицы платят по до $100, может, там, $120, но это одно-два казино, которые можно вообще найти. И к трафику они придираются очень сильно. А средний ценник это 35-50 долларов, наверное, вот в этом диапазоне. Но опять-таки вы учтите, что если по модели RiffShark мы просто регистрируем там одного человека, грузим какую-то сумму, допустим, там, ну, 2000 долларов на сторону, и зарабатываем эту, соответственно, 2000 долларов на одну сторону, 2000 долларов на вторую сторону, и если там модель предусматривает 50%. Ну, это очень жирный процент, нормальный такой для веба 50%. Ну, есть такие, ну, не скажу, что прям сверх много, но их, во-первых, можно искусственно получить, нарегистрировав десятки пользователей активных. Там, на самом деле, не такой уж и большой актив нужен. А во-вторых, в первые там несколько месяцев, как в качестве завлекухи, многие конторы их предлагают такие проценты, то есть 50% это возможно. Ну и плюс можно на крайний случай менеджеру отписать, что давай. Что я нормальный вебмастер, много трафа, да, дай мне, короче, нормальный да, процент. Да-да-да, то есть в основном, ну, идут на какие-то уступки, там, пробные, там, 40-50% возможно. Ну так вот, вот по модели RiffShark мы поставили по 2000 долларов на сторону, потеряли там до 5% на марже. И... Но заработок букмекера у вас же нет, допустим, коэффициента у вас не будет. Вот Федерер, Надаль играют примерно равные игроки, да? У вас же не будет 2-0-2-0 коэффициента, у вас будет 1.9-1.9, то есть ты да, теряешь да, в любом случае. Верно. Это если сложить, короче, 5%, ты теряешь маржа букмекера, но это может и больше там чуть. Вот и там, да, то есть смотря какие конторы еще, они тоже могут отличаться. Но не суть, мы деньги перелили, получили свой депозит, и ждем себе спокойненько там, нашу 1000 долларов с этого действия там, в конце месяца или неважно. Просто там, ну, никаких больше действий посторонних нет. По модели... Так а не подозрительно ли для той же букмекерской конторы, что ты типа регнул там одного игрока, к примеру, и он у тебя проставляет, что ты, ну, такое, что мало игроков у тебя, допустим? Ну, конечно, да, это будет какое-то подозрение, но опять-таки... В основном это вот для букмекерских конторах до сих пор это все прокатывает, а на крайний случай, ну, можно сделать еще там несколько игроков. Некоторые сейчас конторы прям пишут, там выплата производится от 5 депозитных игроков. Mm. Некоторые пишут, от 10 депозитных игроков производится выплата. Я бы написал от 100. Ну, некоторые пишут, от 30 есть. Mm. Такие конторы, которые, да, там от 30 лидов, то есть, ну, которых очень сильно, видимо, кто-то задрочили.
Ну, да. Вот, и, соответственно, ну, у всех свои условия, то есть не стоит на месте, это все происходит. Но опять-таки вернемся, с чего начинали. То есть если $1000 все равно как-то проще заработать, можно там два действия сделать меньшими суммами, но это там, за день, по большому счету, можно все это организовать. То чтобы заработать это $1000 ЦПА, ну, по модели ЦПА, возьмем даже, к примеру, что нам платит... Ну, по $50. Да, в среднем по $50 за одного депозитного активного игрока. То есть нам нужно сколько? 20 игроков зарегистрировать. Завести деньги на них. У каждого должны быть платежные системы раз. То есть, как правило, там очень будет внимательно смотреть, с какой платежной системы завели. И процентов как минимум 60-40, это как минимум. Должны быть именно банковские карты. Ну вот у меня в кэшбэке, я смотрю, они у меня не заводят, естественно, деньги, потому что они покупают в магазинах, которые к нам подключены, я не вижу, чего они покупают. Но я смотрю по выводам, да, выводят люди на что деньги. Я смотрю, что где-то 60% выводят на карточки, на банковские, и 40% выводят, ну даже может меньше, 30% выводят на всякие электронные кошельки. Ну вот примерно то же самое должно быть и по модели ЦПА. То есть там определенные свои, конечно, есть нюансы, то есть, но надо иметь, как уже говорил, карточки, надо иметь как минимум, ну, оборотка-то само собой, пусть даже меньше, но IP-адреса чистые тоже, то есть самое главное, нарегистрировать кучу почт, иметь сим-карты, на сим-карты будут звонить, то есть когда мы будем регистрироваться в какой-то конторе, контора прозвонит, то 20 человек должны быть, ну, как минимум разным голосом отвечать. Да, есть какая-то допустимая норма, кто может ответить на звонок, кто не может, там, ну, выключен номер или еще. Но, тем не менее, казино прозванит, казино будет звонить. Ну, и самое главное... Да, мне вон звонит Гудвин или что я там регистрировался, может, года 4 назад, короче, они мне звонят. Ну, стабильно они мне раз в 2 месяца звонят, у нас там бонусы, куда вы пропали, ему вернитесь там. Ну, вот, если за Гудвин сейчас речь заводить, это не самая, можно сказать... Мне Гудвин звонит почему-то. Да, вот, не самая хорошая контора, если даже зайти на рейтинги почитать. Ну, я не знаю, как на всех, но мне попадался лично рейтинг, где прям администратор этого рейтинга пишет, вина игрока не доказана. Админ сайта прям все расписывает им, почему они там не доказали. Ну и что, и чем закончилось? Да ничем, просто забирают выплату и все. То есть, ну никак это, ты вроде бы вину никакую не совершал, вина твоя не доказана, но они просто берут и забирают деньги. Опять это вот... Ну потому что могут просто. Потому что, да, у них власть и, можно сказать, безнаказанность. Думаю, чем больше было бы всяких жалоб, чем больше бы создавалось в сфере там, беттинга и гэмблинга разных видеоотзывов, которые хоть как-то более-менее... Но опять, это не только один Гудвин, много контор. Да, вон с этими, с букмекерками я там сталкивался по своей деятельности постоянно. Они мне, короче, вот WinLineBet, да, есть суписный, это WinLine.ru. Это, ну, которые в России зарегистрированы, они входят в какую-то организацию, она ЦУПИС называется, там, ну, какой-то регулятор искусственный, короче. И если попадаешь на прозвон, на видеоверификацию с этим, с ЦУПИСом, они позвонят, покажите паспорт, ты им в экран паспорт показываешь и все. А мы попали раз на этот, на WinLineBet, и они заслужат отдельного ролика, обязательно сниму. А чистые деньги, абсолютно чистые, то есть, ну, человек реально наиграл их. То есть там без всяких схем, без вот подобных твоей вообще, там без всяких схем человек наиграл. И они, короче, заблокировали, потом после видеоконференции разблокировали, но когда ставишь на вывод, они сняли процентов 20, по-моему, комиссию, не помню точно, или 25, там, ну, что-то большой процент, они написали, что вы там занимались вилками и все, а я знаю, что на 100% уж там чистые деньги. Ну, просто в тупую кинули вот и все. Обвинили еще там, что вы занимались вилками, вы нечестно их наиграли. Ну, ублюдки, короче. Тут могу добавить еще тоже ряд контор, например, та же SaturnBet, вот у них... Когда она не хочет платить деньги, она просто обвиняет в вилковании якобы. Но это тоже очень важный момент. Вот что значит вообще вилкование? Откуда вы это? Контора дает коэффициенты. Она предлагает это ставить. Мы же не подключили там какое-то дополнительное оборудование, что у них там сайт лег. Нет, это те коэффициенты, которые предлагает сама букмекерская контора. Мало того, если есть это событие, ну логически подумать, играет там те же Осиповичи. Мой родной город вспомнил чего-то. Ну, как в прошлый раз мы за него говорили. Допустим, играет Осиповича. Допустим, на Осиповиче есть какой-то, ну, какой-то вилочный исход, скажем так, там, тотал больше, либо победа. Ну, короче, вилки, да, просто мы вокруг да около ходим. Вилки – это когда у тебя
в одной конторе и во второй там Надаль, Федерер, чуть-чуть завышенные коэффициенты получаются, и ты проставляешь на одно там $1000 на второе, и кто бы не выиграл, ты все равно в каком-то небольшом плюсе. 1-3%, там иногда 5%, это уже там супер считается вилка. Вот что такое вилки, по сути. Ну да, мы не сказали сразу, кто не знал. Но тут что нужно сказать, что за них очень сильно блокируют конторы. Но по факту они эти события предлагают. И мало того, они ограничивают в игре честных игроков, кто хочет поставить, ну, с этого города, с Осиповичи. Я хочу поставить на свою любимую команду, образно говоря. Я иду, ставлю на нее деньги, а мне говорят, вы вилочник. Но вы же дали этот коэффициент. Но это крайне без... Ну ты имеешь в виду, что просто когда вилочный коэффициент такой завышенный, все вилочники вот с этих сканеров автоматических и прочего, они туда ломятся, ставят на эту команду, да, а я просто не имею этого сканера, я не вилочник, я обычный игрок, я ставлю в этот же момент плюс-минус там. Ну конечно, ну если события есть, логически подумать, есть люди, которые будут ставить, то есть если бы этого, ну если бы этих людей не было, тогда бы не было этого и события, если логически подумать. Но так-то много людей ставят, которые не вилочники, и тоже попадают под вилки. И, ну, короче, они просто кидают новое, получается. Беспредел. Вот ты тоже момент верификации затронул. Это еще... Да, я буду просто об этом снимать вскоре. По поводу тоже верификации можно взять, упомянуть семейство 1xbet, какой беспредел происходит в том же MoLBet'е. Когда мало того, у тебя запрашивают сначала один документ, потом, ну, ты вроде бы прислал, на следующий день тянут время, да, то есть запрашивают второй документ. И так может происходить, ну, там... Давай я свой опыт расскажу. Просто у меня есть личный аккаунт на MoLBet'е, да, когда он был минусовой, все класс, ни одной неверификации, ничего. Как только мы его там, ну, не я, там мой один компаньон вывел в плюс его, короче, все, оно началось, сразу меня кинули на верификацию, я им заслал там, с Яндекса заслал эту выписку, потом пришлите с личного кабинета еще с личными данными, я им с WebMoney заслал, с Яндекса, с Kiwi заслал, с карточки заслал, одной, второй, третий, они потом говорят, а с такого-то Тинькова пришлите, я говорю, у меня нет этого Тинькова, ну, он утерян уже, и присылаю им с банка эту выписку, а, тогда сделайте это, короче, потом, ну, с паспорта там, да, паспорт, естественно, выписку за ЖКХ не просили, потом говорят, сделайте селфи там, я им сделал, ну, сфоткался с паспортом, ну, лицо и паспорт возле лица сфоткал, короче, и я им отправил, они говорят, перефоткайтесь, темно, я опять перефоткал, они потом говорят, а вот сфоткайтесь на фоне переписки с нами, вот это я так должен, короче, поставить этот комп, да, и так на фоне переписки с ними фоткаться паспорт и это, и они, я фоткался, отвечаю, я раз 20 фоткался, они, короче, говорят, некачественные фотки туда-сюда, типа, я говорю, слушайте, я взял iPhone XS, но у меня нет лучше, ну, телефона, да, фотоаппарата в доме, я взял, короче, я говорю, что... Я взял лучший фотоаппарат, который у меня в доме. Я включил весь свет, который у меня был, и я не могу сфоткаться лучше. Если, ну, вы, если у вас есть претензии по качеству фото, пожалуйста, адрес мой известен, согласуем время, пришлите ко мне профессионального фотографа, я не против. Пусть приедет сфоткать так, как вы хотите, но не ебите мне мозги. Говорю, я блогер, но, ну, как бы у меня терпение на исходе уже. Просто мне проще там забыть про эти несколько тысяч долларов, но разъебать вас просто на Ютубе так, чтобы вы никогда больше, ну, подобных дебильных требований не предъявляли. Ну, в твоем случае, видишь, это все, можно сказать, благополучно кончилось, либо из-за того, что блогер, либо просто они как-то... Ну, они тогда сразу, кстати, написали, что, типа, вот когда им эмоционально так нужен эмоциях, ну, они реально подзаебали, высказался, они, короче, написали, ждите ваш аккаунт, типа, там, ну, ожидает подтверждения. Угу. Ну, вот у них обычно это не самая худшая ситуация, у них самая финальная ситуация, это, допустим, если ты житель, там, Российской Федерации, они... присылают следующее письмо, что пришлите заверенный нотариусом вашу копию паспорта, ваш там еще что-то, ну, какие там им нужны документы, и пришлите по адресу, ну, как правило, это львовский адрес, который в Украине находится. И если смотреть там с Google карты, там вообще там, ну, никакого здания нет по этому адресу. И в конечном счете просто идет блокировка аккаунта, никакие деньги. Ну, соответственно, там даже если кто письма эти отправлял, там... никто не смотрит, и забудьте про свои деньги. В лучшем случае вернут депозит, это в лучшем случае. В худшем случае просто не разблокируют аккаунт. Это практически вот все семейство 1xbet, тот же 1xbet поступает вот таким, ну, таким образом. Если житель там, Украины там ставил, они точно так аналогично пришлите там, в Россию куда-то какой-то город. Если ты с России, они пишут, пришлите свои документы в Украину. То есть это, ну, я не знаю, это очень жесткий беспредел, можно сказать, и повлиять тоже вот как. Конечно, массово отзывы писать
массово, я не знаю, как-то может даже юридически делать, то есть у кого чистые ставки, да какая разница, какие. Ставка сделана, подтверждено уже все, что можно подтвердить, какие там нотариусы, и самое главное, ну их же никто не смотрит, это очевидно. То есть это просто издевательство над человеком, если он захотел поставить какую-то крупную ставку. Ну и в целом, это вот Molbet тот же, там, я не знаю, пока Betwinner вот вроде бы не... Но Betwinner это тоже дочка 1xBet, ну не дочка, а white label. То есть просто они платят 1xBet за то, что берут их софт, весь там коэффициенты, линии. Я просто разговаривал с ними когда-то, думал делать контору с 1xBet. 60 тысяч евро, они тебе под ключ делают сайт, вот типа Betwinner, зайдите, посмотрите. 60 тысяч евро, плюс ты им каждый месяц от своей прибыли там отстегиваешь. Ну там 15-20%, ну 10, если на СНГ, по-моему, 15-20 им от прибыли отдаешь. Если на бурже, там на западном рынке, там около 10%. Да, там свои условия. Но вот пока можно за Betwinner сказать, что он не опустился до такого уровня. Вроде бы как бы, по крайней мере, я, может, таких случаев не слышал. Но меня тоже запрашивали мой аккаунт на верификацию. Тоже слегка ебали мозг, но чуть поменьше, чем... Ну, они тоже, да, вот куча документов, но нет у них, по крайней мере, я вот за последнее время не слышал, чтобы они во Львов документы запрашивали. Но, тем не менее, то есть яблоко от яблони далеко не падает. Ну вот, стоило нам только похвалить Betwinner, как и он показал свое истинное лицо. Меня только что отписал человек, которого Betwinner кинул на 120 тысяч рублей, предоставил скрин. Поэтому и Betwinner в самом скором времени появится в моем отдельном видео про мошеннические букмекерские конторы. Можно упомянуть, наверное, контору MostBet тот же, которая несколько лет назад была просто топовой конторой. Да, я просто знаком с владельцами, она реально крутая и по софту, и по всему была там. Ну, вот я давно не играл у них уже. Она реально топовая и для обычных людей, ну, то есть, по крайней мере, можно сказать было, что она надежная. Uh-huh. И так как она сейчас скатилась, то есть она тоже запрашивает видеоверификацию, тебя там абсолютно никто не слушает, даже честные ставки, вот это... Можно зайти на тот же РБ, который, кстати, купленный там полностью, ну, рейтинг букмекеров. Рейтинг букмекера куплены? Ну да, то есть там необъективные вообще конторы в топовых позициях, они явно необъективные. И можно глянуть рейтинг пользователей, какие там оценки ставят там. Те конторы, которые на первом месте от самого букмекера, угу, они в лучшем случае там тройку заслуживают от пользователей. От людей, но. Да. И вот там очень много жалоб конкретно на то, что MostBet тот же берет... видеоверификацию, человек ее проходит. Да у меня у самого много знакомых, которые честно ставили ставки, и после видеоверификации забывайте про ваши деньги. То есть очень, даже депозит не отдали? Даже не отдавали вот последние разы даже депозит. Это абсолютно честные ставки были. Ну точно не вилки, да? Нет, 100% это не вилки. Это обычные люди ставили. Ну, как правило, это как бывает. Пока ты в минусе, ты никому не нужен. Вернее, ты интересен той же конторе. Как только ты выходишь в плюс, то... Соответственно, такой игрок неинтересен. Нафиг не нужен. Да, и лучше забрать у него эти деньги, пока он еще больше не выиграл. Как часто вообще бывает тогда, что сама контора не платит? Ну, как контора? Те, у кого ты партнерку берешь. Если мы за партнерку говорим и модель конкретно ЦПА, то очень часто, то есть она не прощает ни одной ошибки. То есть если человек где-то вот из 20 аккаунтов на одном аккаунте где-то там допустил какие-то там пересечения или еще что-то. Или, как правило, вот самый главный момент, все аккаунты должны быть зарегистрированы на кого-то. Друзей, знакомых столько не бывает. И, как правило, эти покупные документы там на различных, там я не знаю даже, где они берутся. Вот. Но, как правило, бывает такое, что эти документы уже были зарегистрированы в той или иной конторе. И то есть... как правило, эти же документы были зарегистрированы, ну, человеком, который делал так же, то есть такие же действия. И то есть, ну, та же контора может сразу глянуть, что по одной и той же схеме работают, и просто кинуть из-за какой-то такой мелочи, казалось бы. Там все... Ну, сколько, если в процентном соотношении, сколько контор, которых ты долбишь по ЦПА, кидает? Да я по-другому могу сказать. Есть только пару контор, которые, наверное, все долбят и которые платят. То есть всего две. Может, там третья какая-то нарисуется, и то она после первой выплаты, как это многие сейчас конторы делают, и даже вот те две, которые тоже там все долбят, они тоже стали так наказывать, можно сказать, нечестных игроков, нечестных веб-мастеров. По какой схеме?
То есть ты проливаешь им тест, они говорят, ну, приведи нам 20 игроков, мы глянем, какой у тебя трафик. И, допустим, ты привел 20 игроков, ты делаешь там актив, соответственно, переливаешь деньги с одной конторы в другую контору, то есть у тебя депозиты там сохраняются с небольшой потерей, но контора оценивает, сколько денег конкретно ты у них проиграл. Если она видит, что ты, допустим, проиграл у них много, и она видит, что это, ну, трафик, так сказать, нечестный, то есть она видит прекрасно, что ее пытаются обмануть. Контора взвешивает это все, и она тебе выплачивает за тест какую-то определенную сумму. А что происходит дальше? Ну, псевдо-вебмастер начинает думать, что он тут царь и бог, начинает регистрировать там уже не 20 аккаунтов, а 200 аккаунтов, старается проиграть там, ну, на этой конторе, которая платит хорошую там сумму, проиграть там какие-то деньги. А контора знает, что это фрод, она таким образом сделала условия, на которые ты пошел, ты проиграл у них деньги, и она просто тебя уже вторую выплату... Короче, кидает, говорит, некачественный трафик, иди нафиг, и никому ничего не докажешь. Да-да-да, ну, по сути, так и происходит. То есть на второй выплате очень много контор палят. Но также сейчас конторы могут сделать и там и с первой выплаты и так далее. То есть, ну, по ЦПА, по ЦПА модели... Есть реально там 2-3 конторы, которые все, наверное, кто работает, их знают и с ними и работают. Также еще, кстати, можно отметить, что появляется очень много новых контор. Но тут нужно понимать, это проект какой-то от старой конторы, либо это вообще совершенно новая модель. То есть если это какой-то проект от старой бывалой конторы... Ну, соответственно, они свою модель поведения и общения с веб-мастерами и с мошенниками, они перенесут и в новый свой проект. Да, совершенно верно. То есть они это все знают и там не прокатят новые... Ну, там не прокатят уже эти же действия. Если же контора совершенно новая, то есть она вот зашла только в этот рынок, таких тоже, ну, не прям сказать, что сверх много, но достаточно, то тут, да, можно еще с ней поработать какое-то время, там месяц-два, пока она будет платить, пока она не поймет, что ее тоже пытаются как-то обмануть всячески. А кого из казино, из казиношных партнерок лучше не трогать вообще, чтобы не потерять там свои деньги, и, мне кажется, даже не деньги, а время больше? Ну, тут можно 100% сказать, что самый лучший, наверное, не самый лучший, но один из самых лучших антифродов, антимошеннических действий – это у Play Fortuna. То есть, ну, тут надо отметить тоже, что само казино… Но у Play Fortuna там этот… Гэмблинг. У меня были, они когда-то писали мне по рекламе в этом, в телеграм-канале, у них GamblingCraft, партнерка GamblingCraft, и у них же не только Play Fortuna, они мне скидывали Буи и там еще какие-то, у них несколько казино. Ну вот да, кстати, если, как мы вот говорили, что новый проект от той же Play Fortuna, то есть это по сути Буи и Play Fortuna, это, ну там можно глянуть, что одинаковый полностью дизайн, одинаковый полностью, можно сказать, проект, но проект разный. Он, ну, вернее, дизайн немножечко видоизменен, но принцип абсолютно одинаковый. То есть там, я не знаю, свои какие-то маркетинговые ходы, новые какие-то клиенты и так далее и тому подобное. То есть у них свои какие-то цели, но проект от старого проекта новое казино вышло. То есть, и что можно сказать за Play Fortuna? Очень хороший у них антифрод. То есть лучше вообще туда не соваться с какими-то мошенническими действиями. Потеряете время, это однозначно. Но нужно отметить, что данная контора именно игрокам выводила там, ну, и по 4, и по 5 тысяч долларов без проблем. То есть в плане надежности, у меня лично случай был, очень давнишний аккаунт, я зашел, там было что-то, ну, то ли 5 долларов, то ли там 10 долларов, просто на счету остались какие-то деньги. Я пополнил его с WebMoney, по-моему, долларов на 30, проиграл в итоге эти деньги, у меня там просто чисто вот сидел, клацал. Меня запросили там верификацию какую-то, соответственно, там осталось что-то долларов, там, по-моему, 10, хотел вывести этот остаток. Меня запросили верификацию, типа, пришлите паспорт и так далее. Мне, соответственно, там на тот аккаунт не было никаких документов, я им, по-моему, фотографию Рой Джонса с паспортом отправил, селфи. Вот. Они сказали, ну, типа, что вы нас за дураков держите, мы вам аккаунт блокируем, но в течение месяца вернем ваш депозит 30 долларов, который вы внесли. То есть, ну, по-честному вернули те деньги, которые я у них уже проиграл.
Они, то есть, даже вот, ну, на таких поступках, я считаю, это довольно-таки неплохо. Ну, я знаком с этим, знаком там с владельцем одного рейтинга казино, типа, и у них этот гемблинг крафт, он у них на топовых позициях, то есть для белых, ну, для белых дел это хорошая партнерка. Я не знаю, как она там с антифрудом этим, но для белых дел это одна из лучших. Ну, нужно отметить еще, да, что у них выплаты 2 раза в месяц, у них очень привлекательные проценты, что даже и белые, и серые, они все, ну, смотрят на сразу на проценты, на выплаты. Платят они исправно, то есть вот если по модели да, ревшар работать 2 раза в месяц стабильно, то есть у них там выплата прилетает. Тут надо сказать, какая конверсия будет. Само казино популярное, это раз. Оно не требуется, ну, какой-то там сверхдополнительной рекламы, то есть для веб-мастеров достаточно сделать какое-то привлекательное крео, ну, довольно-таки там привлекательно, и на распространенный бренд куда будет отдача лучше. То есть это один момент. Выплаты, то есть, ну, своевременные, быстрые, и игроки точно, ну, не останутся там разочарованные, то есть они будут довольны. А вообще, конечно, ну, в плане там, я не знаю, те, кто никогда не играл, ну, лучше не начинайте, то есть казино все-таки обыграть невозможно. Какие еще, какие лы еще лучше там обходить стороной? Ну вот Play Fortuna, то, что прям так она жестко, можно сказать, относится. Местами где-то вот, если так говорим уже, Rox, у них тоже хороший антифрод, но довольно-таки тоже очень жестко. Вообще лучше не лезть ни белому трафику, ни серому трафику. Вообще лучше не заходить вот всякие эти Original 3-7. Не потому, что они, допустим, хорошо игрокам платят, а потому, что это просто, ну, мошенники во всех направлениях. То есть у них, допустим, какой-то проект, ну, у них много проектов, у, допустим, того же Original 3-7, там их, ну, десятки, можно их не называть, там они все одинаковые. Там даже в одном регистрируешься, тебе на почту приходят сразу письма от других проектов, там, ну, там штук 5 еще других проектов, просто тебе спамить начинают и на телефон, и на почту. Так вот, лучше в них вообще не регистрироваться. Почему? Потому что там один проект загнивает, они закрыли его, там веб-мастеров тоже могут кинуть вполне себе. То же самое, ну, были уже прецеденты, случаи, когда двум абсолютно разным, никак не связанным веб-мастерам, они написали одинаковую причину отказа в выплате. Причем они абсолютно, ну, разные ребята мне присылают, типа говорят, ты видел такое? Ну, то есть все условия выполнены, во-первых, которые они пишут. И, кстати, можете вообще не читать вот те условия, там, которые написаны в то, что запрещено и то, что необходимо сделать для активного игрока, можете вообще их просто не читать. У них там. Это у всех, в принципе, контор такое. Так вот, мало того, что все выполнено там якобы, ну, вроде бы, они написали, что абсолютно, вот опять момент важный, что разные люди, они написали, что одинаковая игра в рулетку. Ну, это такой абсурд, как будто в рулетку можно там по-разному как-то играть. Ну, ну, можно, конечно, по-разному, но что у вас игроки, все игроки играют там одинаково в рулетку. Ну, это бред. Даже тот, кто занимается там серым трафом, там не будут игроки, но это очевидно. Вот как раз-таки у тех, кто имитирует трафик веб-мастера, у них наоборот, мне кажется, самый лучший и самый разнообразный траф, который только может быть, то, что они его стараются имитировать максимально под самого лучшего игрока. Вот, который только есть. А из этих, из букмекерских контор, какие можно выделить, ну, как, ну, нормальные? Про 1xbet там семейство мы разобрались, и я, наверное, сниму целый список, как они кидают, как они задрачиваются теми, там, подгрузить 1000 документов и прочее, наверное, стоит упомянуть. И я слышал много раз, да, я смотрел в ролике у Движного, что 1xbet там проставляет, короче, вот у тебя есть деньги на счету, ты нормально выиграл, и ты потом заходишь, тебе выкидывается аккаунт, и ты заходишь через час, а там твои деньги проставлены на проигрышные ставки. Я 100 раз слышал, вот честно, об этом и от твоих каких-то ребят, и от Движного, и все, но я ни разу не верил. Ну, я не верил, я не видел такого, ну, да, чтобы было. Не было подтверждения. И вот тут мне мой чел, который там играет, там, хорошо играет, он мне скидывает, он заскринил все это, и он мне скидывает, говорит, ну, ты же знаешь, на чем я играю, типа, у меня, ну, а там хороший игрок от бога, вот, кто там с нами работал уже, он знает. И он мне скидывает, что, типа, говорит, вот, смотри, я на эту лигу ставил. Ну, там видно, то есть, его ставки это 10, из них там 8-9 плюсовых. И он говорит, вот, а вот скрин после того, типа, как меня выкинуло, вот, смотри, короче. И его выкинуло, ему дало потом зайти, аккаунт
аккаунт не заблокирован, ему удалось зайти, он заходит, а там вообще другая лига, он ну, на такую не ставит, и они там все проигрышные были. Вот реально там 10 в ряд проигрышных. Но... Да, это как правило... 1x-ставка. Это не 1xbet, а это 1x-ставка была. И... Суперсная контора, которая, ну, и, наверное, якобы стоит, которая надежная. И, наверное, стоит, короче, отдельного ролика снять про этих мошенников всех. Ну, про них уже тоже, мне кажется, снимали много роликов. Такое ощущение, что им вообще все равно. Но если мы говорим, которые конторы выделить можно... Ой, ну, я вот для себя лично выделил это какой-нибудь, наверное, Pinnacle, может быть. Ну, это зарубежные конторы. Наверное, B365. Но, опять-таки, они не совсем удобны для... William Hill еще. Ну, William Hill нет, то что... У них там тоже головняки сейчас верификации. И William Hill тоже сейчас очень сильно начал СНГшников просто, ну, долбить, в общем, просто так. Поэтому нет, а вот, наверное, 365, Pinnacle. Но опять-таки, эти конторы, они максимально надежные там. Но они западные в первую очередь. В первую очередь они западные, они не совсем удобны для наших игроков, то есть для наших событий, у них не такие широкие там. Ну, в 365 линия, допустим, широкая, но там методы пополнения и так далее и тому подобное. То есть, ну, не совсем удобно. Ну, в Pinnacle вообще левая линия, там половина игр, которые идут там сейчас в лаве, у них нет вообще. Возможно, возможно, вот я бы сказал, что Parimatch хорошая контора, но так как она блокирует вилочников, ну, опять-таки, мы говорили уже, вилочник это был или тебе приписали, что ты вилочник, неизвестно. Но, наверное, вот из СНГ-шных контор я бы вообще никакую не выделил бы. Просто вот никакую. Кто будет заходить в эту тему? Просто тысячи обучений сейчас продаются, я вижу их в Телеграм-канале, что вас научат, типа, зарабатывать бабло посредством партнерок, там, казино и БК. Вот кто сегодня соберется в эту тему, чтобы ты мог сказать? Меня возненавидят, конечно, продавцы сейчас этих обучений, кто сейчас оседлал там хайп этой темы, там, но, возможно... Мы убережем каких-то людей, которые вот сейчас будут заходить. По поводу всех обучений, тут отдельный разговор. А по поводу, стоит ли вообще заниматься этой темой или нет. Но опять, я из своего опыта могу сказать, что я бы сейчас, зная, с чем мне придется столкнуться, не пошел бы. Ни по ЦПА работать. По ЦПА это вообще, это даже для меня сейчас просто опыт был, как грамотнее работать с трафиком для модели RefShark. И не более того, ну какие-то быстрые деньги... Опять-таки, они далеко не легкие, они просто быстрые, что ты можешь там в пятницу трав пролить, в следующую пятницу тебе уже заплатят деньги. Ну, если не заплатят, скорее всего, нет, да. Ну, опять, новичкам, я больше чем уверен, одни проблемы будут. Там, многие там скажут, вот там умники, я там через сферу буду это все делать, или там еще через что-то. Ну, мультилогин – это анонимные браузеры все, которые позволяют эмулировать. Там, в одной вкладке у тебя Windows, во второй там Mac, в третьей Chrome браузер, в четвертой там, не знаю, Internet Explorer. Ну да, но опять, ребята, не все так просто. Если бы это было действительно просто, там было ну, миллионы людей. А так, ну, лично от меня, вот искренне сказать, вот я не советую. Просто могу сказать вам следующую статистику, которая есть. Из 250 человек, которые пришли год назад, там полтора года назад на обучение, которые слушали конференции два раза в месяц, повторюсь, минимум, то есть, которые сами делились друг с другом опытом. Ну, я на сегодняшний день могу вот с кем из ребят общаюсь, это, ну, может, 20-30 человек, которые сейчас работают, и то в основном по RefShark. И все, остальные там, ну, у кого-то начало хорошее было. Тут, кстати, тоже, вот знаете, по поводу заработков этих контор, ну, с этой темы, да, по поводу заработков. Такой момент, что там многие там, ой, я 10 тысяч долларов в месяц зарабатываю, кто-то, ой, я там 15, и начинают мериться. Очень важный момент, что эти все темы, они на дистанциях. Ты сегодня можешь в этом месяце заработать, скажем так, 10 тысяч долларов, а завтра ты по каким-то образом там захочешь увеличить этот доход, пойдешь ва-банк, будешь больше депозит использовать, и влетишь там на 5 или на 15 влетишь. С этой темы можно посчитать прибыль, когда ты закончил работать с ней. Короче, сейчас, по большому счету, нехер лезть в это. Ну, если так, если новым людям, то однозначно там делать нечего. Так, а чего сами казино там и букмекерские не прикроют эту тему? Ну, они борются, все равно они борются. С другой стороны, вот опять-таки, если даже порассуждать немного, пришли люди на обучение якобы. Ну, как бы казалось бы, я для букмекеров, ну, может, враг номер один. Но опять-таки, они пришли, они поделали депозиты.
Какие-то ребята были, ну большинство, это не какие-то, это большинство. Вот. Человек про казино вообще ничего не слышал. Он заходит, у него он привык, что у него там есть депозит, он может сейчас королем стать. Он заходит, он не спрашивает, он в одном казино ставит $2000 нам на черное, в другом казино ставит $2000 на красное. Страхует ноль тоже параллельно. Но у него на черное не ставится, потому что там лимит 1200 или еще хуже, там $100. Вот реально $100 лимит. А, ну не принялась вторая ставка. Да, ваша ставка не принялась. И он проиграл просто, вот выпало там на черное в этот момент. И он оставил деньги в казино. Были такие, ну можно сказать, не шибко умные люди, которые брали, допустим, одну букмекерскую контору и с одной букмекерской конторы делали несколько партнерских аккаунтов и начинали скрещивать. Это категорически делать нельзя, ну это полный бред. Соответственно, контора дала, ну она может даже не видела сразу, но она один раз дала вывести, второй раз дала вывести. Человек опять-таки начинает считать... Ну, аппетиты растут, заводят больше лавы. Конечно, туда. Да. И все, и на третий раз контора смотрит, что он-то и денег принес гораздо больше, чем она им дала. И все, попрощайся с деньгами. То есть, и на самом деле вот денег там оставлено гораздо больше, чем там реально, ну, так можно сказать, заработано. И это все обычные человеческие ошибки, которые... Ну, человеческий фактор, который он никуда не исчезнет, он будет и так далее. И там... Новые там группы обучения точно так они будут приходить, они будут ошибаться. Там из, наверное, 100 человек, может, уже 1-2 будет зарабатывать, посмотрит, как это там все тягомотина целая и... Ну и уйдет. Ну, либо останется, либо приспособится. Тут можно отметить, что люди разделились на два типа. Кто работает в одиночку и тот, кто создает еще офисы. Вообще, ну, тема вилочная еще пошла давным-давно с этих офисов. Тема по партнеркам пошла с офисов. Тут вот с кем бороться нужно, это вот с офисами. То есть у них настроена работа довольно-таки грамотно. И ну, ребята работают уже более серьезно и там вытягивают не, ну, реально не $10,000, а можно сказать сотни. А те, кто бонусами занимается, те, кто вилками тоже, ну там у них все... структурировано довольно-таки грамотно, вот. Их можно тоже упомянуть. Но опять-таки, как бороться? Да никак, но... Либо это сидеть и вот, шерстить полностью трафик там настолько привередливо. Угу. Там есть свои моменты, конечно, на которые можно обратить. Я не знаю, почему там топовые конторы, которые дают работать, не обращают. Наверное, выгодно просто. Там, потому же ЦПА... Ну, либо огромные обороты, просто не замечают чего-то там. Ну, как вариант, да, то есть... компания уже там миллиарды долларов зарабатывает. Ну, MLBet, по-моему, висит на бортах там Ла Лиги или там, ну, этой премьер-лиги этой, да. Ну, то есть, представь, то есть, каких они эти white label от 1x достигли оборотов просто. Ну, да, мне кажется, им пофиг. Есть такой миф, короче, в казино, да, я слышал 100 раз там, что, типа, если новый игрок там, то казино настроено так, что дают выиграть. Да, это скорее больше миф. Почему? Потому что... Все эти казиношные сайты, они арендуют слоты у того же провайдера. То есть, если у провайдера настроено 98% отдачи, то у тебя будет 98% отдачи. А новый ты игрок или не новый? Я, конечно, не могу 100% заверить так, но это, если даже логически вдуматься, что у каких-то, ну, там, сотни этих казино и должны быть какие-то там взаимосвязи с провайдером, что это новый, это не новый. Но это, мне кажется, очень глупо. И лично на своем опыте могу сказать, что неправда. То есть бывало так, опять-таки, говорили за Joy Casino. Да, у меня вот, ну, реально бывало так, что там 10 новых аккаунтов, вообще вот эти слоты как бы крутишь, и он просто вообще не дает. Там одни и те же разные слоты, но просто не дают. Бывает так, что там на третий, на четвертый депозит, ну, давало реально там какие-то там, даже по 4 книжечки этих выпадало с бонусами, оно там накручит, образно говоря, с... 500 рублей депозита бывало так, что по 3-4 тысячи просто за одну игру давало. Ну, это все равно в общей массе, это, короче, копейки. Вот такой выпуск, в общем, не занимайтесь херней, не покупайте всяких обучений сейчас, да, особенно. Если раньше еще эта тема прокатывала, то сейчас точно не стоит. Потеряйте время, а многие из вас потеряют деньги, поэтому, если есть какой-то трафик нормальный с Телеграма или откуда, то сливайте в белые партнерки, вот, типа того же гемблинг-крафта, вот, а лучше вообще займитесь чем-то другим. Смотрите «Люди про», делитесь этими выпусками с друзьями, да. Вот, все, всех обнимаю, всем спасибо за просмотр, Саша. Благодарю, короче. Все, пока.